Это последнее, пятое послание, изложенное в книге пророка Михея. And let's listen to the first five verses. Давайте прочитаем первые пять стихов. «Слушайте, что говорит Господь, встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос Твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне, я вывел тебя из земли египетской, искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валаак, царь Моавитский, что отвечал ему Лаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». All right, so this is a courtroom scene. Опять-таки, мы с вами как бы находимся в зале судебных заседаний. God is picturing himself as the prosecuting attorney. Бог здесь выступает в роли прокурора. And Israel is the defendant. Израиль ответчик. And he is charging Israel with crimes. Итак, Бог обвиняет Израиль в определенных преступлениях. Moreover, God is saying, I have been good to you all of your existence. Бог говорит: посмотри, как я благоволил тебе за всю твою историю. And he brings up all kinds of stories. И он вспоминает всевозможные события в истории Израиля. To prove his goodness and his grace to Israel through the centuries. Для того, чтобы доказать его благость и милость к народу израильскому, проявленные на протяжении целых веков. What do you see in these, especially verses 4 and 5, that God was good to Israel? В четвертом и пятом стихах, какие примеры вы видите благости и милости, проявленные Богом к своему народу? Took them out of Egypt. Okay, very good. Первые. What else? Дальше. Ну, то, что он вождей дал Моисея. Gave the leaders, Moses. Okay, various leaders, good. Дальше. So, at every step of the way, God has been good to his people. И главная мысль заключается в том, что на каждом шагу Бог не оставлял свой народ. He mentions too the story of Balak. А также в пятом стихе упоминается история с Валаком. Now, we're not going to go over the entire story of Balak and Balaam. Мы не будем сейчас вспоминать все подробности вот этой самой истории и повествования о Валаке и Валааме. Tremendous story in the book of Numbers. Но это удивительная история, потрясающая, которая записана в книге чисел. And let me just encourage you with one thing. Я хотел бы вот ободрить вас одной мыслью. Spend lots of time studying the wilderness stories. Призвать вас к тому, чтобы вы большое внимание уделяли тем событиям, которые происходили с народом Божьим in the wilderness. From Exodus through Numbers. В пустыне, а именно от книги Исход до книги Чисел. The stories that God that we read of how God dealt with his people in the wilderness are so instructive. Я бы сказала, что вот эти истории о том, как Бог общался со своим народом, как Бог учил свой народ, они очень и очень поучительны. We read of the rebellion at Kadesh Barnea. Мы с вами читаем о восстании народа в Кадеш Барне, да? Okay, and then the gift of manna. Дальше Бог дал своему народу манну. Things like Korah's rebellion. Дальше восстание Кореи и его сыновей. And the Balak and Balaam stories, all и дальше история Валака и Валаама и так далее. On a personal level, they will teach all of us how we can walk and trust God. Лично для нас эти истории имеют большое значение, ибо они учат нас личному хождению пред Богом, как мы можем уповать на Бога, доверять Ему. But each one of these stories also is tremendous fodder for our ministries. Но при этом все эти истории дают нам уникальный материал для служения. They equip the people of God today with life-giving truth. Они готовят сегодня народ Божий, давая им истину. So I would encourage all of you to become experts at the stories of the wilderness. Поэтому я вот всех вас призываю уделить огромное внимание, изучить эти истории, что происходило с народом Божьим в пустыне и как Бог действовал в то время. Okay. All right, let's continue on. И будем продолжать.
6, 7 и 8 стихи. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов и неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое, и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Verse 8 is a good verse for memorizing, isn't it? Восьмой стих хорош для запоминания, его хорошо бы заучить наизусть. I know. Знаю. I assigned it. Потому что это один из стихов, который я задал. It is a tremendous verse. Потрясающий стих. Micah is certainly not saying that God doesn't want their sacrifices. Micah, конечно же, не упраздняет значение жертв, не умаляет их значение. But he was saying that a sacrifice without faith is meaningless. Но с другой стороны, он говорит, что жертва без веры бессмысленна. And faith is demonstrated by all those things listed in verse 8. А вера проявляется тем, что описано в восьмом стихе. What you'll notice as well as you go through the book of Micah. Вы также обратите внимание по мере изучения книги пророка Михея. Every sin listed is a violation of Micah 6:8. Of Micah's what? Micah chapter 6 verse 8. Что все грехи, которые упомянуты в этой книге, есть нарушение принципа, который изложен в 8 стихе. То есть нарушение призыва, да, который дается в 8 стихе. This verse is the antidote to all of the wickedness of the nation of Israel. Получается, что все эти стихи являются, что эти все слова, этот стих является антиподом или антонимом всех тех беззаконий, которые творил народ Израиля. Just think what our societies would look like. Вот представьте, как бы выглядели наши общества. Если бы мы с вами действовали справедливо, kindness, любили дела милосердия и смиренно мудренно ходили пред Богом. Это изменило бы обстановку в обществе кардинально. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Regardless of the consequences. Независимо от последствий. In other words, if society is transformed or not. А другими словами, преображено, реформировано общество или нет? If we will apply Micah chapter 6 verse 8. Если мы с вами лично будем применять призыв из 8 стиха 6 главы послания пророка Михея, то мы будем угождать единственному, кто имеет для нас значение. Pleasing to the Lord. Господу. All right, let's continue on and see будем if we продолжать. Move through the remainder of the book of Micah. Verses 9 through 12. Разбирать оставшиеся стихи из этой книги. Стихи с 9 по 12. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет перед именем Твоим. Слушайте жезлы того, кто поставил его. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправдой, жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. One passage I would recommend for your meditation. Еще один отрывок, над которым я предлагаю вам поразмыслить. And maybe your memorization. Или, может быть, даже запомнить его наизусть. Is Proverbs chapter 30, verses 7 through 9. Это притча, 30 глава, стихи с 7 по 9. This is not an assignment, just a recommendation. Это не задание, это просто рекомендация. Because in this passage, Proverbs tells us to, поскольку в этом отрывке в притчах, to not seek great wealth. Говорится о том, что мы не должны искать великих богатств. But to be satisfied with what God gives us. Но быть довольными тем, что дает нам Бог. In verses 13 through 16, стихи 14-16, the prophet simply says that punishment is unavoidable. А пророк просто говорит о том, что наказание неотвратимо. And that is because the
the nation of the south, Judah, потому что народ на юге, Иуда, has become guilty of the same sins committed by the north, Israel. Виновен в тех же грехах, в которых виновен север, северное царство. Then we read in verses 1 through 6 of chapter 7. А в 7 главе, в стихах с 1 по 6. Go ahead, let's read verse 1 through 6. Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя, не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть, руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло, начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей, извращают дело, лучше из них как терн, справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Okay, this is again just another description of the sinfulness of the people. Опять-таки дается еще одно описание греховности рода человеческого. Греховности народа Божьего. Micah is looking for a righteous remnant. And he's disappointed. Ищет вот этот самый остаток и разочарован. There's violence and bloodshed. Он говорит, что есть насилие, кровопролитие. Both hands do it well, verse 3. В третьем стихе руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. И одна, и вторая рука. They could sin equally well with either hand. Сначала грешат, как бы образно выражаясь, левой рукой, устает левой, а грешат правой. They worked really hard to become great sinners. Они очень стараются, чтобы быть отъявленными беззаконниками и грешниками. A horrible thing to say. Ужасное утверждение. But this is again just another wonderful illustration that Micah gives us. Но опять-таки это одно из замечательных иллюстраций, одна из замечательных иллюстраций, которые дает нам Михей. And the result is that they have become like a whole tangle of briars and thorns. А результат, они превращаются в такой клубок терна и колючей изгороди. And the result is a lack of trust in any relationships. В результате отсутствие доверия в любых взаимоотношениях. If you look carefully at verse 5. Если внимательно разобрать пятый стих. 5 and 6 actually. Даже шестой. There is a breakdown in relationships at the family level. То мы видим, что уже даже на семейном уровне происходит порча взаимоотношений. And that always happens when there is sin in the country. Почему это происходит? Потому что грехом объята вся страна. It affects the most basic unit of civilization, the family. А потом грех распространяется и внедряется в самое сердце, так сказать, взаимоотношений, в семейные взаимоотношения. So husband-wife relationships. В взаимоотношения между мужем и женой. Parent-child. Между отцами и детьми. In-law relationships are all polluted. Между семьями тех, кто состоит в браке и так далее. Все эти отношения портятся. The younger generation does not show respect to the older generation. Молодое поколение не проявляет уважения к более старшему поколению. And because all of these things are in place, judgment is coming. И из-за всего этого на народ грядет суд. Now look at verses 7 and following. Теперь смотрите стихи 7 и далее. Tremendous contrast, because поразительный контраст, ибо Михей уповает на Бога, а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасение моего. Бог мой услышит меня. Up to what verse? Let's go all the way to verse 13. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я и упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его, и увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь твой? Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Евфрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынью за вину жителей ее, за плоды деяний их.
Now there are several things that we need to see from this extended passage. Здесь важно увидеть в этом довольно-таки большом отрывке несколько вещей. One is that despite the fact that Micah knows Babylon will destroy Judah. Первое, несмотря на то, что Михею известно, что Вавилон разрушит Иуду. He knows that God is not finished with his people. Он знает, что Бог не бросит и не оставит своих людей. He sees after the fall arising again. Он не поставит как бы на них крест, но после падения будет восстановление. It is interesting in verse 9 that he appears to confess sin. Интересно, что то обстоятельство, что он будто бы признается в каком-то грехе. Now, I've never been of the opinion that Micah is sinless. Я никогда не придерживался мнения, что Михей безгрешен. But we don't know of what sin he might be confessing. Но мы просто не знаем, о каком грехе в 9 стихе он говорит, какой грех он исповедует пред Богом. But he's being honest before God. Здесь же мы только можем сказать, что он честен перед Богом. Seems to be admitting that he's not perfect. И признает, конечно, что он несовершенен. And even though he may not be guilty of some of the gross sins. И несмотря на то, что он, возможно, не повинен в каких-то тяжких грехах. That he's written about. О которых он писал ранее. Он все-таки относится к числу своих людей, и грех не миновал и его. We see this in various confessional passages in the Old Testament. В Ветхом Завете мы видим периодически такие стихи, в которых происходит признание в каком-то грехе. In the book of Nehemiah, there's a tremendous confession of sin. Речь идет о том, что народ исповедовал свой грех. And the confession is prayed by righteous people. И о прощении Божьем молили как раз праведные люди. And they include themselves among the guilty. Они присоединяли и себя к числу грешников. So even though Micah is walking with the Lord, he still admits he is a sinner. Поэтому даже несмотря на то, что Михей ходил вместе с Богом, он все же признает, что он грешен. But there will come a time. Но настанет время. After the judgment, Judah will be restored. После суда Иуда будет восстановлен. There'll be a time when walls will be rebuilt, будет and the borders время, extended. Когда границы расширятся, а стены восстановятся. He prays at the end, verse 14. В конце в 14 стихе он возносит молитву. That God would restore the nation to the glory days of David and Solomon. Просит о том, чтобы Бог восстановил его народ, как в славные дни Давида и Соломона. Even though David and Solomon are not named. Даже несмотря на то, что Давид и Соломон здесь не упоминаются. That seems to be the picture of verse 14. Представляется, что именно такая картина, такой образ рисуется в 14 стихе. And God promises in verses 15 to 17. И в 15 по 17 стихе здесь Бог обещает, that there will be a return to tremendous blessing for the nation. Что невероятные благословения будут возвращены народу. Miracles, будут и чудеса. Other nations will be impressed with God's blessing on Israel. И другие народы удивятся, насколько благословен народ Божий, Израиль. And then we come to the final, the conclusion. И вот мы с этим подходим к заключению. This is actually one of my favorite passages in all the minor prophets. Должен признаться, что это мой самый любимый отрывок из всех малых пророков. Who can remember what the name Micah means? Вы помните, что означает имя Михей? Назовите, пожалуйста, скажите вслух. Кто подобен Богу? Who is like God? Who is like God? And how does verse 18 begin? А как начинается 18 стих? Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не внемлющий преступление остатку наследия твоего? So he begins verse 18 with his own name. Who фактически 18 стих начинается с имени Михей. And God's what's really at issue in verse 18 and following is God's forgiving nature. И в 19 и 20 стихах особенно подчеркивается Божье желание прощать. God will discipline his people when necessary. Бог будет наказывать свой народ, воспитывать его, когда в этом будет необходимость. But much more than that, God delights in showing mercy to his people. Но более того, нет Божьего желания, чтобы народ страдал, но Бог всегда хочет простирать свою милость своему народу. He shows compassion to his people when they turn to him. Проявлять свое сострадание, свою милость и благость тем, кто обращается к нему. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать.
Он опять умилосердится над ними, изгладит беззаконие наше, над нами изгладит беззаконие наши. Ты вернешь пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвой обещал отцам нашим о дне первых. So this is a picture of God's forgiveness of his people. Вот это образ того прощения, который Бог дает своему народу. It is a beautiful picture and it is enacted every year on the day of the Jewish New Year. Это прекрасный образ, и он всякий раз вспоминается, и всякий раз эти слова читаются на еврейский Новый год. What the Jews do in order to commemorate God's forgiveness? Что делают евреи, чтобы вспомнить о том прощении, которое явлено Богом? They will go out to a running stream. Они обычно шли к такой, ну, к реке. And they will empty their pockets of whatever happens to be in their pockets. Доставали из карманов все, что было в этих карманах, опустошали их. And as they read these verses, а и по мере чтения этих стихов, they will take the things that are in their pockets, они брали содержимое своих карманов, and they will throw them all into the running stream. И бросали в реку, в поток, в общем. Says, thou will cast all their sins into the depths of the sea. Это символизировало того, что они все грехи свои ввергают в пучину морскую. And the Hebrew word for cast is tashlik. Древнееврейское слово ввергать, то есть бросать, ввергать, звучит как. And the Jews call the ceremony of tashlik. Tashlik вот этот. И вся, весь этот ритуал так и назывался. Meaning you will cast. Что означает мы выбрасываем, мы. Just as they throw their change into the water. Так же как они мелочи, все что было в карманах, выбрасывали потоки вод. So God in forgiveness has cast our sins into the deepest sea. А также и Бог по милости своей, прощая нас, ввергает грехи наши в пучину морскую. Beautiful picture of forgiveness. А прекрасная картина прощения. Саша. Но можно исходя вот из этого стиха сказать, что самое любимое дело Бога – это миловать грешников. Can we say that on the basis of this verse that the favorite thing God loves, the thing that God loves to do most is to forgive sinners? Amen, amen. That Я is, бы сказал, that is so что true. Да. Аминь, да. And so this book of Micah that has been so much about judgment. Вот в этой книге Михея настолько много говорится о суде. Ends on the note of grace and forgiveness. И вместе с тем она заканчивается нотами прощения и милости. Слава Богу. Well, any questions about the book of Micah generally or есть ли у вас какие-то вопросы по содержанию книги Михея? В частности, или по малым пророкам, которых мы прошли до сего момента в общем. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.